Представители соответствующих государственных структур, в том числе сотрудники правоохранительных органов, постоянно принимают необходимые меры по очистке освобожденных от оккупации территории от мин и других взрывных устройств, а также сбору оружия, брошенного армянскими воинскими подразделениями при отступлении. Сотрудники Физулинского районного отделения полиции в результате проведенных в регионе очередных контрольно-профилактических мероприятий обнаружили различные оружие и боеприпасы на оставленных армянскими воинскими подразделениями позициях. Изъяты и переданы по назначению один миномет, один автомат, один гранатомет, 56 гранатометных снарядов, 22 ручные гранаты, 21 взрывчатое вещество, одно устройство связи, 20 автоматных магазинов, 1600 патронов, 124 единицы 30-миллиметровых снарядов и другие боеприпасы.